на сцене команды КВН. Для всех, кто знает, что такое потеря. Здравствуйте. Сразу же скажем, мы бы хотели выиграть сегодняшнюю игру, потому что мы еще ни разу не выигрывали сегодняшнюю игру. Мы, если честно, в сегодняшней игре-то еще ни разу не были. Разве что только сегодня. Мы команда неопытная, поэтому свое выступление репетировали на помидорах. Походу, помидорам не понравилось. Они что-то не ржали. Привет, пацаны. Девочек, показывай. А, ты пацана. Нет. Как знал, тёта привёл. Ну и зачем ты их привёл? Я тебе чё, в Каспаров, что ли, на три шага вперёд думал? Привёл и привёл. Ну и где ты их взял? В шуме. Но там же одни 16-летние. А ты чё, думаешь, гардероб малолеткам доверен? Ладно, они нам не нужны, уводи их. Вот ты бессердечный. Ну и что, что у меня очень необычное строение тела? Зато у меня три печени. Я могу Новый год хоть до апреля праздновать. Могу и буду. И сразу же познакомимся. Это Фёдор. Фёдор родился и вырос в Чугуевке. Старый крест, старый крест. Феде мама подарила собачку. И теперь Федя ходит зимой застёгнутый. Это Жека. Жека перед игрой ходил к стоматологу и поставил пломбу. Любит цитировать Конфуция. Цяо ще ще ланя ла. Значит, ты впереди. Это Платон. Платон осел. Платон любит комментировать фотографии в Инстаграме. И вот как это выглядит. Итак, фотография заливается в Инстаграм и встречается с выбором. Слушайте, пацаны, вот я не понимаю, почему все говорят, без труда не вытащишь рыбку из пруда? Мне кажется, что без пруда не вытащишь рыбку из пруда. Сергей Валерьевич, будете, пожалуйста.
пожалуйста, к нам на эту сцену. Нет, ну вы точно не Матвин. Ну не может быть два таких красивых человека. Владимир Владимирович Путин приехал на кампус. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас сегодня трое. Добрый вечер. Меня зовут Павел, и я алкоголик. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Алексей, и я тоже алкоголик. Сергей Валерьевич, что вы в гребенке у шаровиков делаете? Ну и в конце мы бы все вместе хотели сфотографироваться. Сергей Валерьевич, вот вам телефон, сфоткайте нас, пожалуйста. Там на кнопочку нажмите.